Сейчас мы. Всем привет, привет! Хочу похвастаться этой клубничкой, но суть не в этом. Суть в том, что сегодня, как всегда, мой завтрак. Ах, не смотрите на мое лицо, оно такое красное. Сегодня пришла с процедуры. Пошла в магазин, уже наверняка видели. Взяла вот такую клубничку, пошел сезон клубники. Цена, конечно, да, топа. Взяла вот такие черри-помидорки. Всего лишь 6900. Вот. Ну и, конечно же, ПП-завтрак, ПП-девочки. Итак, ПП-завтрак, ПП-девочки. Это салатик, имбирь и мои любимые крабовые палочки. Так что всем, кто завтракает, всем приятного аппетита. Кто обедает, всем приятного обеда. А у нас вот, вот так вот идет. Блин, вот эта палочка все-таки отличается. Да, мам? Да. Вот эти вот жестче палочки, чем которые вы такие берете. Почему? Вот, оказывается, надо вот как вы берете такие. Вот эти прям жесткие такие палочки. Жесткие? Угу. Сейчас я вам покажу разницу, которую мама берет сейчас. Я другой салат нарезала палочки. Олеся. Смотрите. Так. Запоминайте, вот эти палочки лучше. King's Crab, да? Они помягче, и они прям, их когда рвешь, как палочки. Вот эти вот я вчера взяла. Они подешевле, но уже отличаются. Они прям такие жестковатые. Я обязательно, конечно же, комбучу чая. Полезно, вкусно и сытно. После сегодняшней, конечно, процедуры, прям лицо мое. Всем хорошего дня, друзья мои. Всем хорошо отработать. Всем приятного аппетита. Еще раз.